Всем привет, я Светомир. Сейчас вам покажу дизайнерскую грядку от моей жены. Жена у меня сделала вот такую дизайнерскую грядочку. Сделана она из распилов березы. В свое время я их делал в теплицу как дорожки, но береза гниет очень быстро. Ну, в принципе, хватило бы года на 3, на 4. Вот, но с ними хлопотно выкладывать их. Жена решила их вот так вот употребить. Получилось довольно-таки интересно. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, палец вверх. Пока.